На базе Витебской бройлерной птицефабрики прошел областной семинар по инвестиционной программе развития предприятия. В нем приняли участие председатель облисполкома Николай Шерстнев и руководители интеграционных структур агропромышленного комплекса Витебщины. Место проведения семинара выбрано не случайно. Сегодня ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» – огромный холдинг. Это единственное в республике предприятие, которое работает по принципу полного замкнутого цикла производства. Один раз после уже того цикла, когда птицу убрали. И нет навоза, нет помета, нет грязи здесь никакой. И этот объект строим по способу. Сколько денег экономит? Сколько у вас строительной организации, вашей управления сегодня специалистов сегодня... и рабочих? На сегодня 200 рабочих и порядка 20 специалистов. 220 человек, которые практически тянут все строй. И еще, кроме того, монтаж оборудования, которое вы видели, мы ведем сами. Вот Сергей Васильевич полностью подбирает команду. Поэтому все, что сегодня мы делаем во благо коллектива, во благо района, нашей родной области и нашей страны. Делаем все с любовью. Что бы я хотел сказать? Счастлив сегодня. Почему? Потому что у меня уже много единомышленников, руководителей. Мы делаем огромнейшее большое дело. Мы возрождаем не сельскохозяйственное предприятие, мы сегодня возрождаем сельские территории. И у нас получается. Раз, два, три. Вот я на свежую встречаю на глазами гостей. В 2007 году вот я умышленно, что Николай Николаевич будет открывать наш и второй цех племенного молодняка. Поэтому это огромная для нас и честь, и радость. И я так уверена, что с вашей легкой руки у нас отсюда будет хорошее племя, хорошее поколение и, конечно, хорошие результаты. Ну и отдельные площадки, инкубатор на отдельной площадке, товарное производство на отдельной площадке. Для чего? Чтобы можно было работать врачам, зайти с вакциной, как положено, технологически. И все это в итоге дает максимальный результат. То есть технология, соблюсти технологию. И вот мы сейчас открываем новую площадку, которая нам обеспечит выход мяса по году в объеме 90-100 тысяч тонн. Напарник, корабль.